возвращается 37-й год, понимаете? Или же по-другому, а другого нет варианта. Одно, либо 37-й год, либо другого нету. Ну, то есть, потому что если поставить на весы или параллельно еще несколько таких же резонансных дел, статью 159, часть 4, да, возьмите ту же Васильеву, да, сколько лет ее мурыжили, там миллиарды были, понимаете, и никто ее не садил в тюрьму, я имею в виду, до суда. Или, например, далеко не надо ходить, возьмите вариант той же самой статьи, той же части, это вот резонансное дело по Хакаресводоканалу. Сколько лет прошло после того, как все это совершилось, да? И все об этом знали, все знали, люди. Были счетные контрольные комиссии, было решение, было все понятно. Абсолютно все это знали, но никто никого не садил, понимаете? Люди работали, и сидели, и работали, и повышались, поднимались, да? Поэтому отношение такое у всех нормальных, честных людей, это вот, либо это заказ, а стопроцентный заказ, либо тот следователь, который это дело вел, да, я не знаю, как он вообще-то будет смотреть людям в глаза вот сейчас, как он будет всем людям, соседям, знакомым, друзьям, как он вообще в этом городе будет жить дальше, понимаете? После того, как он взял вот эту женщину, да, действительно же хрупкую журналистку, да, и организовал для того, чтобы... Это в то время, когда у нее осталась дочь одна единственная. Все об этом знали, да? Город-то небольшой. Вот. Любой честный человек на его месте, я имею в виду на этом месте следователя, просто бы застрелился бы, я так предполагаю, считаю. Вот. Поэтому... А ведь есть люди, которые не думали помогать, хотя у них это... По должности положено помочь, да, понимаете? Я имею в виду сегодня о руководителе Союза журналистов Хакасии, да? Почему? Почему-то все добрые люди стали на сторону, да, журналистки, даже посторонние, абсолютно чужие люди, да, а в том числе, естественно, предприниматели, Союз предпринимателей, вот. А, значит, председатель Союза журналистов ушла в сторону, то есть где корпоративная... сотрудничество или, скажем так, ответственность, да, где во всем мире журналисты друг за друга стоят горой всегда, да, всюду, это всегда было так. У нас нет в Хакасии. Вообще я просто удивлен, вообще-то, честно говоря.